Друзья, всем привет! Хочу представить вам серию стримов по Diablo 3 под названием «Мертвый Нефалем». Одним из Нефалемов будет главный бобер Гудгейма, один из четверых человек в Diablo, сделавший ачивку World Fest, то есть прошел игру на хардкоре самый первый. Это не точно. Другим Нефалемом буду я, Бонивур, краб, который никогда не играл в Diablo. В этом и есть вся фишка. Человек, который знает игру от и до, в пати с человеком, который вообще не понимает, что происходит, и вообще я жжал. Представьте, как будет гореть Майкер, это бесценно. Перейдем к правилам. Мы создаем сезонных героев и будем проходить игру в героическом режиме. Какими героями мы будем играть, определить голосование в чате. Со сложностью игры определимся уже на стриме. И теперь самое важное. Мы должны достичь 70-го левела и пройти игру. Если один из героев умирает, то мы создаем новых и начинаем заново. И так, пока не пройдем игру. Постараемся сделать для вас мультичат на ГГ, то есть в одном месте будет сразу два плеера и два чата, чтобы было удобнее следить за гуфами. Стрим назначен ориентировочно на 6 апреля, вторник, так что подписывайтесь на наши каналы, следите за анонсами, трансляции будут доступны на Good Game, YouTube и Twitch.